Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Лагерь, мы продолжаем проходить игру Мафия 2. Мы тут немножко постреляли, теперь мы должны стырить тачку, за которую бегут 4 сотки. Мы так шикарно договорились. Давайте сейчас попробуем ее угнать. Как там сказали ранее, едем в район нигеров. Нигеров. Хорошо, тогда выезжаем как приехали, потом по шоссе на запад. Через город не поедем. О, я раньше научился, когда я рандомные кнопки тыкал. Я научился выключать радио так тихо. Есть, нету, погнали. Блин, так не хочу долбиться тачкой, потому что я не знаю, что будет. Могут менты там, я не знаю, могут... Здесь направо. Убиться вообще хрен знает, но рисковать не очень-то хочу. Ну и как тебе дома? Хорошо, но будь я при деньгах, было бы еще лучше. Ха, куда спешить? Знаешь, за деньги счастья не купишь. Убирайся к чертовой матери. Да я тебя просто дразнил. Про бабки не волнуйся. Эта работенка только начало. Будет в них купаться. Так что? Тихо. Сент-Айленд все такая же дыра, как раньше? Нет, сейчас не так уж плохо. Хрена себе. Хрена себе. Все черномазы свалили на юг на зиму. Ясно, дыра дырой и осталась, Вик. Тебя не было всего пару лет. Этому району нужно куда больше, чтобы измениться. Тихо. Там плодятся как кролики. Что поделаешь? Нежно. Стало даже хуже, чем в детстве. У них там что-то вроде банды родилось. Как их там за ногу-то? Бимеры, бумеры... За ногу? Это мое выражение. Ладно, хрен. Зашибись, прекрасно. Звери это! Тут толкают и друг друга мочат, вот и все дела. Тебя они не тронут. А если полезут, я не зря тебе пушку дам. А, кстати, теперь с оружием ходишь? Это еще зачем? Без него в нашем деле никак, особенно в этом долбанном месте. Да, блин, умеешь ты утешить. Ты в курсе? Тихо. Я на зеленый еду. И пешеходы попадают в рай. Мне очередь здесь не уступать, мне дорогу. В полном смысле слов попадают. Потому что я начинающий водила. Я еще не умею делать крутые там трюки с тремя... Есть налево. Тихо. Дай проехать. Здесь подсечки можно обгонять, нет? Нет! Я и забыл, какой тут хороший район. Хрена, я раздолбил все. Вот буду богатым, куплю себе здесь домик. Только день как вернулся, а дом родной ему уже не нравится. Эй, что за наезды? Я просто любуюсь. Ну, фары купил. Жесть. Я себе еще такое смогу позволить. Ха-ха, у тебя бутылка от шампанского, да внутри пива, друг мой. Не волнуйся, я помогу тебе. Блин, все фары побил, ё-моё, водила несчастный. Ну теперь я понял, что можно врезаться. Так, давай быстрее. Надеюсь, тут не как в GTA Vice City будет, что ты там вот на таком мини этой машинке врезаешься в танки, летает танк, ну, образно танк, или большую фуру. Хрена, интересно, как самая большая скорость в этой игре, 60 вот. О, проехал. Фига я мастер. Так, ладно, поехали. Вот, вон та кремовая крошка. Осторожней. Сделай все быстро и уматывай. Если придется, выбей окно и вперед. Я буду ждать тебя у Майка. А если будут проблемы? Разберешься с ними. Считай, что это проверка. А провалишься? На фабрике есть рабочие места. Верно, просто спросил. Удачи, кореш. Увидимся у Майка. Че, что меня бросает? Снова? Лол. О, да ладно. Эй, ты что делаешь, мазафака? Мазафака. Что за... Вот тебе и мазафака, нигер несчастный. Ты машину помнёшь! Так. Машину-то мне всё равно, по-моему, убрать надо, да? Ладно, давайте. Взломаем её быстренько. Дьявол. А, так и взломать вообще проще вареной капусты. Уолтер Коуп.
Да чтоб тебя! Вынеслись, нет? Вынеслось. Вот это я понимаю, классно, когда пули даже остаются. Вот это реально круто. Остаются все пульки на металле. Ой, я как-то злюбал. Нет! О, вот тут уже грамотность моя просто-напросто отсутствует вождение. Мне нельзя за машину пускать. Ладно. Быстрее, 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 быстрее. Слушай, а, по-моему, задавить никакой нифига не будет. Охренеть! Он не гонит со мной! Вот это поворот! Вот это, мать его, поворот! Так. Так. Они почти в меня попали. Это смертельно интересно или нет? Так, ладно, ребят, ваша же машина. Ваша, мать его, машина. Мы подумали о будущем этой машины. Ручной тормоз! О! Что, все, покатался? Ясненько. Вот это поворот. Вот это, мать его, поворот. Вот этого я не ждал. Очень сильно не ждал. Ой, как сильно не ждал. Ладно, по-моему, у него на 6 серий. Да, это я все видел. Давайте пропустить. Так, процент попаданий ниже плинтуса. Я тебя помню. Давай. Жопошник. Грёбаный рандомщик. Давай, давай, давай. Ломаем, 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 ломаем. Так. Что за ребенок плачет? Напрягает немножко. Так, все, ладно, я запомнил. Главное ни во что не врезаться, ни на кого не смотреть и не попадаться под пули. Все довольно забавно и просто. Теперь валим! Быстрее, 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 валим, 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 валим. И... Это копы! Что, дурные? А, о, все нормально, в них стреляйте. Неужели мне копы помогут? О, попали! Ни хрена! Ни хрена мне попали! Неждан! В меня попали. Ладно. Ну, по крайней мере, их копы задержали, так что... Ничего страшного! Нава! Там кто-то умер, я слышал. О, я вижу красный треугольничек. На миникарте за мной, за мной кто-то гонится. К черту всю правильность вождения! Привет, скорость! Скорость, скорость. Ну, скорость это сильно сказано. Ну, хотя 60 кто-то детка едет. Копы, 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 копы. Привет. Подумаешь, разбита в ноль машина. Ну что, такое каждый день не видите? Так. Так. Нет, я не это хотел. Я забыл, на какой смотреть сзади. А вот, нашел. Так. Слушай, это плохо или хорошо, что за мной копы? Потому что я не верю, что я должен их куда-то привезти. Нет, такси! Чтоб тебя! Покрышка полетела! Бракообразная. Покрышку. Нигер! Убьешь! Убьешь, дурак! Сори, я потом вам куплю новую одежду. Обещаю! Не убивай меня, нигер, пожалуйста! Пожалуйста, не убивай. Нет, я тебе заплачу. Я тебе заплачу 3 шоколадки белых. Блин, не стреляй. О, все, хп, смотри здесь. Кажется, да, хп. О, все, я вижу хп. Белый шоколад, отвечаю, ребят. Вам понравится. Даже белый крада. Охренеть! Вот это... F выйти. Описание. Рост футов 6, среднее сложение. Оп, меня просекли. Капот. Блин, ребята! Блин, дайте мне уехать, пожалуйста, я вас прошу. Это реально без прикола. Нет, не убивайте. Да ладно, я сел мертвым.
Оу, да ладно. Ладно, короче, я сейчас по озону видел, чтобы не смотреть это уже в третий раз. Но это сложнее, чем я думал. Сейчас я быстренько все стырю и вернемся, когда уже все стырю. Да, кстати, я сейчас еду что-то. Да, кстати, тут моя машина такие курки делала. Я не заснял, там просто шпирали курки. Но сейчас я еду и почему-то не вижу ни копов, ни этих так называемых нигров, которые за мной гонятся. Потому что сейчас должен доехать вполне успешно без всяких происшествий. Так, вот, по-моему, это... Ну, твоюша! Ясно. Гонщик! Я тебе сейчас дам гонщик. Вот, по-моему, на этом моменте я тогда и все, полетел, пацан. Но сейчас я как-то тоже не очень хорошо так взорвался. Обычный тормоз. Ну, не я, а в смысле машина. Я все. Очень сложно управление, ребята, я вам отвечаю. Блин. Реально сложный, слоу-бочный какой-то. Но, блин, реалистично зашкаливает, реально. Мне нравится, очень нравится. Ну вот я и приехал на эту помойку. Копы вижу по мини-карте, потерялись где-то возле оружейного магазина. Тоже неплохо. Так, куда я тут еду? Вот вижу. Эй, задание выполнено! Как все прошло? Расплюнуть. Вот только машина принадлежала кучке нигеров, и как ты уехал, они тут же попытались меня прибить. А, наверное, бомбист. Хантер с их район. Они не серьезные ребята, так, шпана. Шатаются по улицам, болтают херь, воруют херь и курят травку. Посмотрим, что тут у нас. Я думал, что курят тоже херь. О, мило, без пятен. Чисто. Откуда у шпаны деньги на такое? Наверное, сами угнали. Ну, хороша. Сколько я там тебе за нее обещал? 500. 600. Мне нравится. Неплохо. Твой друг, Джо. Ладно тебе твои 400. Заходи еще, ладно? Снова вместе поработаем. Будь уверен, Майк. Увидимся, Майк. Я скоро снова зайду. Ладно, парни. До встречи. Вот твои 300. Остальное мне за посредничество. В следующий раз ты сам по себе. Сойдет. Спасибо, Джо. Ладно, поехали домой. Ой, я устал. Так, вроде 300, это ж неплохо, да? Но, учитывая, что мне надо 2000, это чуть-чуть мало. Так, ладно, ну это шикарно, это... Я лично этого не видел, потому что это не я. Так, ладно, поехали к нему домой. Интересная миссия была, то есть... У нас машина, хотя я спорол два раза. И на третий раз просто никто не поехал. Но мне понравилось. Так, что тут? Забор! Он сейчас сюда! Он снесся. Вида, нам нужно на шоссе. Вот неждан-то, а? Кто ж так паркуется? О, военная машина! Блин, теперь нет-то ее нельзя. Копы. Ну что, работу выполнил и не облажался. Так что, поскольку ехать можно? Да, но мне чуть башку не оторвали. Я что, выжил на войне, чтобы пропасть на Сэнд-Айленде? Ну такая работа, парень. Сколько что поделаешь? Можно? Да уже вряд ли ты еще чему обучен. Наверное, ты прав. Не переживай, все будет проще простого. Ребята, а без прикол, сколько ехать-то можно? Еще с меня штрафы на гонщика. Что за тип этот, Бруски? Майк полезный мужик. Ворчит много, но всегда какое-нибудь дельце докрутит. В основном с угонщиками. Вроде сидел когда-то, по-моему, с бензоколонками тогда химичил. Ты и правда его заставишь платить за химчистку? Не, спущу на тормозах. У меня с ним много общих дел, но и потом нрав у него тот еще. Мы как-то были на скачках, и один ирландец пиво на выигрышный билет пролил. Майк его так отделал, что чувак ослеп на один глаз. За десятку, представляешь? По мне так урод конченый. С ними просто надо уметь вести дела. А я с такими ребятами дела крутил. Майк по сравнению с ними просто душка, увидишь. Ага. Ну, мне, я бы не сказал, что чувак Майк плохой. Что? Что я на машину с папкой здоровой. Где-то парковаться сюда? Эй, тут где-то можно машину поставить? Не хочу красотку на улице бросать. И правильно, так что ставь ее рядом с моей в гараже. Макияж ей не помешает. Уголовников. Да, район уже не тот, что прежде, а? Я ошибся немножко гаражом. Ну, надеюсь, бампер мне там починит. Как в GTA, знаете, только загнал тачку, она целая. Ха-ха-ха-ха. И припарковать гараж.
О, отлично, погнали, отправляйтесь к Джо. Так, он там на втором этаже вроде живет. Погнали. Я все помню. Я просто гений. Блин, но все равно как-то непривычно от третьего лица играть. Если ой, хочешь есть, жратва в холодильнике. Откройте холодильник, возьмите еду. Еда и питье восстанавливает силы. А, вон, вижу мои силы, это типа ХП, как я понял. Холодильник. Пиво, кола, ветчина с сыром сойдет. Еще давайте. Сэндвич свит кола, дайте колу. Идеально. Идеально. Так, ложись спать на диван. Так, это не очень похоже на диван. Вот, похоже на диван. Вот же диван. Нет? Вот диван. О, логично. Так, все, было сохранение. Думаю, и эту серию пора закончить. Так что всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, увидимся в следующей серии. Надеюсь, вы также будете активно поддерживать, но не будем палить. Так что всем пока-пока.